поисках новых вкусов, в поисках новых гастрономических идей мы оказались снова на телевизионной кухне. И сегодня Катя приготовила для нас вариацию на тему известного ливанского блюда табули. Табули – это салат из булгура или кускуса, овощей и зелени. Необычным для нас является то, что крупа, которую мы обычно едим горячую, как гарнир, в этом блюде в охлажденном виде является основой салата. У нас это будет табули из киноа. Обычно он делается либо с кускусом, либо с булгуром, но так как мы придерживаемся правильного питания, попробуем сделать из киноа. Это более диетическое блюдо получится. С чего начнем? Начнем с того, что отварим киноа. И пока она у нас будет готовиться, мы нашинкуем наши овощи. Насколько я знаю, это обычно на упаковке киноа написано, что эту крупу необходимо промывать, чтобы она не горчила. Да, мы ее промоем и потом в течение 10 минут отварим. Предположительно, 200 грамм киноа – это 3 порции салата. Сливать желательно даже через сито, потому что дуршлаг обычно эти крупиночки пропускает. Очень мелкая эта крупа. Воду добавили 1:2. И включаем. На приготовление киноа нам потребуется 10 минут, а пока мы нашинкуем овощи. А Саша сделает заправку с лимоном и оливковым маслом. За неимением специального девайса разрезала я лимончик вдоль, убрала косточки, и так удобно будет его выдавить. Сок половинки лимона у нас получается на 3-4 порции. Овощи нарезаем мелкими кубиками, как на оливье, можно даже еще мельче. Кроме огурцов, что у нас еще входит в состав? Я взяла желтый и красный помидор. Вообще можно добавить красный и желтый перец и вяленые помидорки. И зелень кинза, петрушка. И у нас остался еще лук, петрушка и вяленые томаты. Ой, такие аппетитные. У меня аж слюнки потекли. Красивые. Поскольку у нас салат, мы нашу крупу киноа остужаем. И заправка у нас это половинка лимонного сока и оливковое масло. Все это взбиваем, можно венчиком, я люблю вилочкой. И все подготовленные ингредиенты, овощные, мы перемешиваем. Да. Сначала овощные, а потом и вовсе соединяем крупу, овощи и заправку. Очень все это ароматно. И лимон, и лук, и нарезанная зелень, и томаты вяленые тоже очень ароматные.